В центре Мариуполя обнаружен труп. Тело на обочине в районе 8 утра заметил местный житель, когда ехал за рулем. Сразу же позвонил 102. У погибшего разбито лицо, в руках пластиковые бутылки. Мужчине было 32 года. Прописки в паспорте у него нет. В полиции уже назвали причину смерти. Удалось выяснить, что на него наехал автомобиль. Автомобиль тоже был установлен, кто был водитель также. Дальше будет следствие разбираться.